Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем наш трешечок на английском сервере. И сегодня мы будем проходить волны дальше. Мы с вами закончили HBM. Так. На J волне. То есть мы пришли 10. Ну, дальше у нас K по T. Сегодня такие вот у нас будут герои. Честно говоря, не заморачивался над героями. Так, давайте тут еще кого-то пэта поставим хорошего. Вот так вот. Такие вот у нас герои, как видите. Почти все 12-ки, топовые талантики. Ну, в общем, имба гарнизон. Поехали, будем пробовать. Какая там волна К. Я уже давно волны, честно говоря, не проходил, поэтому мне самому интересно, насколько далеко мы сможем зайти. Единственное, что нужно будет башенки подкачать еще, чтобы стрелы доставали. Хотя, я думаю, тут уже будет нормально все. Надо еще снайпера нам докачать. Вот башня достает, отлично. Так, К2 пройдено, К3. Вертолетики летят. Бочка там просто соло тащит их. Бочки все пофиг. Кто бы там ни был, имба бочка тащит. Воу-воу, какие жесткие ребята. Ну, как видите, лед вообще просто офигенно замедляет, и это очень спасает. К волна пройдена гарнизоном, поехали дальше, волна L. Злобная бочка. Ну, бочка тут урона однозначно от юнитов получать не будет у нас. Так, L. Все пофиг. Так, отлично. L4. Ну, они 104, у меня, в принципе, 200, плюс у меня усиление от 12 скиллов, конечно. Бой не особо равный, но пока так. Дальше, думаю, будет интересней. Так, L затащили, поехали, M волна. Расстановки тут особо не надо, заморачиваться на чем-то не надо. Просто, ребят, трешуем по максимуму. Развлекаемся как можем. Так, вот это вот хуже всего. Надо все-таки еще ближе поставить. Пока они добьют. Может не хватить времени, хотя в принципе. Так, М3. Без вопросов, М4. Ух ты, чуть не слили снайпера нашего. Ну все, М5.
драконы там какие-то, а, бочка затащит. М-волна пройдена. Ну, первые волны, честно говоря, там нечего проходить. Уже начиная там дальше с волны Т будет, думаю, веселее все. Так, N-волна, 128-е, уже поинтересней. Бочка тут их соло тащит. Вот если бы им сделали еще аугментацию, это было бы вообще весело. Чтобы можно было еще созвездие натащить. Так, вот уже пошли улучшенные герои. Легендарочки, отлично. Смотрите, как лют их замедлил. Они еле передвигаются. Так, N4 пройдено, ну и N5. Ну, просто налегке. Они еле-еле передвигаются. Ну так вот, 60 кгшек. Так, волна О. Поехали. Вот тут бочка начала проседать уже, смотрю, немножко. Друид. Ну, ничего. Так, вот два. Нужно будет ангела ближе к бочке поставить. Так, вот три есть, вот четыре. Ну, думаю, тут сейчас быстро будет все. Так, и волна. Опять 150 уже пошли. Это мясо у нас бежит. Да, бедолага. Там 800, по-моему, кто-то 800 кавли бил, что ли, крит ему. Ну, поехали дальше по волна. Так, ну, все живы вроде. Так, по три. Ну, снайпер неплохо дамажит. Надо будет тоже 12-й скилл все-таки вкачать. Так, отлично. По 5. Ну, как-то вот так вот налегке разбираем. Так, там у нас Атлант. Ой-ой-ой. Ну, Атланта разобрали. Ну, просто налегке все разобрали. Отлично. А волна пройдена. Без всякой расстановки. Волна Q. Вот так вот, видите, опять бонус нам пришел. Прикольненько. Проходили волны, пришел бонус. Каждый день по одному-два бонуса таких приходят.
Так, Q2. Ну, тут уже 173-е. Так, ну бочки пофиг, бочка тащит всех. Бочки хоть бы что. Единственное, что надо, наверное, ее спрятать чуть-чуть ближе. Потому что очень много юнитов, она не успевает всех перебить. Ну, в принципе, это. Так, отлично. Ну, тащим. Q3. Q4. Ой-ой-ой, опять через бочку забегают. Ну, нам пофиг все. Посмотрите на эту бочку. Это просто жесть. Она шатает всех. Так, самое главное, чтобы нам времени сейчас хватило. Так, 30 секунд. 22. Отлично. Ну, тут, как видите, ледях опять Месу замедлил, как и всех, и все. И опять бочка у нас тащит орнитоптеров всех, просто топчет их. Все, Q5 пройдено. Поехали дальше. Волна R. Тут уже пожирнее противники сразу так развалили половину. Так, самое главное, чтобы нам времени хватило. Там те сейчас сверху, скорее всего, не дадут нам нормально пробежать. Не успеют, да. Ну, печально. Да, не успеют, видите. Пробуем еще заходик. Просто неудобно вышли. Вот так вот получше будет. Так, R1 пройдено. R2 налегке затащили. Да. Так, дальше. R3. Отлично. Так, отлично. R4. Ой, как хорошо они все вместе зашли. Сразу сейчас на толпу нарвутся. Ну, лед, конечно, блин, просто чумовой. Так, ну, R5. Что они тут могут на этой R5 сделать? Посмотрите на это просто гарнизон просто унижает. Волна S, ребят. Мало что, мы уже S проходим. Так, S1, S2. Ой, отлично, выбегают все вместе прям. Прям то, что надо. Так, S3. Ну, лед красиво замедлил орнитоптеров. Сейчас их там снайпер просто поразбирает. S4.
Ну и опять же, Меса, посмотрите, что они с ним делают. Чумовые герои. А вот это вот самое интересное. Неудачно зашли. Поехали еще разок. Вот видите, волна S дракона, и тут уже надо, чтобы был удачный заход именно драконов. Тут уже ничего не поделаешь. Возможно, придется как-то башенку спрятать. Сейчас поставить вокруг. Сейчас посмотрим, откуда они опять зайдут. Вот тут уже надо везение. Ай-яй-яй, у меня что, снайперы слили? Вот гады. Снайпера убили. Это печально. Он за нижнюю часть хорошо. Ладно, попробуем дальше. Да, видите, тут уже посложнее будет сейчас. Так, S4. Ну, драконы, зайдите правильно. Да, блин, опять не так зашли, ну. Чуть-чуть. Поехали еще. Самое главное тут, чтобы удачно зашли драконы. В принципе, мы урон, по сути, держим. Нам все пофиг. Так как они зонально бьют, это очень печально. Так, блин, опять снайпера убьют. Ай-яй-яй, вот это да, вот это вот на Атланте, видите, что Атлант сделал? Подосрал как мог. Да. Ну вот они уже первые препятствия, ребят. Надо будет их немножко сейчас по-другому, возможно, расставить. Ну, попробуем еще пару раз. Так, волна S2. Ну, вроде разобрались. Конечно, здание у меня стоят не очень, но ничего не поделаешь. Так, отлично. Так, бегите сюда. Ну там снайпер сам их поразносит сейчас. Так, отлично. Отличный заходик. Ну опять смотрим, ждем удачного прихода. Так, отлично. Зашли просто чудесно. Ну, вроде как бы все вот так вот налегке, ребят. Волна S пройдена. Драконы нам не страшны. Ну и побежали уже та волну. Попробуем. Ай-яй-яй-яй-яй, опять эти атланты. Ну что с вами делать-то, а? Че ж вы такие злобные? Давай, шаман, надебафь их. Ну, тут, я думаю, мы сольемся, скорее всего, уже. Шаман, шаманыч. Хотя, если вот так вот все вместе будут... Шапка. Видите, тут уже шапка у нас. Надо будет немножко, наверное, менять расстановку героя, потому что немножко они у меня не так стоят для этих волн. Но бочки пофиг, все, посмотрите на эту бочку. И просто пофиг. Я офигею, посмотрите, что бочка делает. Вот это имба, ребят. Жесть. Просто жесть. Если бы еще 10 рук, она бы нагибала все. Просто жесть. Вот такой вот герой.
Я даже не знаю, там сейчас здание развалит, к сожалению. Но это было интересно бы сейчас еще раз посмотреть. Так, ну давайте еще один заходик. Так, ну на первом вроде нормально зашли. Надо будет все-таки похимичить над расстановкой героев немножко. Потому что тут уже появились у нас шапки, атлантов много. Ну, в принципе, можно их тащить. Так, Т2 пройдено. Смотрим дальше. Ждем удачного захода. Ну, тут вроде налегке идем. Т3 пройдено. Ну, давайте, затащите еще та волну. Вообще будете красавчики. Посмотрите, что они делают. Просто мессы пофиг. Это жесть. Вот это имба-герои. Никита там Фрей. Так, волна Т. Ну, блин, два дракона неудачно зашли. Хотя, ребят. Ну, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Достану таблетку. Просто изи. Ребят, Т-волна пройдена. Мы добрались до АА гарнизонными героями. Вот так вот. Вот такой вот трешечок. Все, пишите комменты, подписывайтесь, обязательно лайки. Гарнизон протащил с капоте. Вот так вот. Все. Всем удачи, всем пока.